Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы находимся в свободной экономической зоне Минск в Шабанах, где расположено производство Skyway. И попробуем познакомиться с тем новым оборудованием, о прибытии которого мы вам рассказывали не так давно. Вы познакомитесь также с членами той великолепной команды, которую собрал вокруг себя наш генеральный конструктор Анатолий Эдуардович Юницкий. Приглашаю следовать за мной. Добрый день, Анатолий. Прекрасное у вас настроение, я вижу. Наверное, оно вызвано тем, что вы руководите подразделением, которое осваивает работу на очень современном, я догадываюсь, и крайне ценном для нашего проекта, нашего производства станке. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, что это такое? Да, это новый современный балансировочный станок. А для нашего производства это следующий шаг, потому что этот станок предназначен для балансировки тел вращения. У нас в проекте мы будем здесь балансировать роторы для наших электродвигателей, которые мы сами производим, валы и также колеса. В данный момент мы балансируем колесо для юнибуса, после чего во время вращения у колеса будет меньше биений, вернее, будут они отсутствовать. И более долгосрочно все будет работать. Подшипники и все остальные узлы, связанные с этими колесами. А как мы до того, как у нас появился подобный станок, справлялись с подобными, мне кажется, нелегкими задачами? Раньше мы размещали такие заказы у сторонних организаций. Был аутсортинг. Это было очень долго, ну и значительно дороже, чем делать самим. А насколько хорошо мы сейчас уже освоили все эти операции? Насколько я в курсе, уже где-то, ну, как минимум месяц, наверное, этот станок уже здесь находится. Да, мы на нем уже балансировали несколько двигателей, колеса на Unitrack, на Unibus. И сейчас вот новые бирельсовые Unibus, мы новые колеса опять балансируем. То есть это уже следующий этап. Спасибо большое за интересный рассказ, за такое полезное для Skyway дело. Удачи вам. Подскажите, что это за станок и для чего он, в общем-то, предназначен? Это пятисевой фрезерный станок производства Америка, фирма ХАС, стойка ХАС. Возможно обрабатывать крупные корпусные изделия, высокоточные. Станок повторяемость 2,5 микрона, вес заготовки 300 килограмм, размер 750, 500 и на 500 миллиметров. В станке можно ставить 40 инструментов. Довольно-таки хороший станок, новый. Недавно только такие станки ХАС начал выпускать. В Беларуси это единственный станок с таким программным обеспечением. Два только есть в Могилеве, но они версия похуже будет. У нас лучший станок. А что за детали будут изготавливаться на этом станке и где они будут конкретно использоваться? Детали можно практически все, которые сейчас идут на сборке. Главное, чтобы они по габаритам входили в станок. Можно фрезеровать все. Цветные металлы, твердые, типа там железо 45. Даже каленое можно. Можно форму делать, пресс-формы можно делать. Универсальный станок. Подскажите, пожалуйста, какие детали для каких систем и для каких транспортных средств Skyway будут здесь изготавливаться? Мы сейчас будем делать гидравлику, это я точно знаю. Мне уже дали список деталей, я подбираю инструмент, поэтому этот станок сейчас будет загружен, может, даже на две смены. Набираю сейчас операторов. Вот такие у нас планы. Спасибо большое, планы прекрасные, и я благодарю вас за столь подробный и интересный рассказ.
Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте. Вступайте в нашу команду. Строй Skyway! Спасай планету!